Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, Лига Мастеров, две звезды забираем. Так, бесплатную колоду открываем по Шурику. Там нам ничего не упадает, кроме 5 баксов. Так, это я закрываю все. Здесь забираю свою наградочку и посмотрим, куда меня скинули, ребят. Куда меня скинули? А я в Лиге Мастеров одна звезда, 8 ранг. То есть быстренько с тобой Подожди, а куда я иду-то, ё-моё? Что я делаю-то? Быстренько говорю, нам нужно... Нам вначале нужно пройти все вот эти вот задания. Конечно, это не в обязательном порядке, но рекомендуется. Потому что мы получаем с тобой откаты, мутаген. Ну, ты сам понимаешь, да? Разного рода плюшек. Ну и... Чтобы потом уже не забыть, когда мы на радостях с тобой пройдем лигу. Так, сегодня я хочу добраться до 3 звезд, как я уже обещал ранее. Так что посмотрим, получится у меня или нет. Тыч, готово. Так, ну и с этими хламонами разобрались моментально. Так, училка, зловредная училка, надо ее, наверное... Нет, я все-таки, наверное, вот этого попробую пробить. Ух, Макман, красавчик, просто вырубает его. 80 уровень ему вообще ни почем. Так, и выпускаем с тобой. Да, а Маузера разобрались. Ну что, серия испытаний пройдена вообще моментально, быстро. Без каких-либо усложнений. Заберем с тобой награду и смотрим, что у нас тут дальше. 10 боев, да? Но это опять же кожеголовый. Опять же, друзья мои, кожеголовый. И ищем мы с вами кружки. Да, вот эти вот Олимп Динер. Одна есть, вот вторая. Нужно было сколько там? 10, да? Третья. Комикс из канализации какой-то выпал нам. Так, четвертая. Пятая. Так, шестая. Седьмая. Восьмая. Так, девятая и последнюю. Последнюю кружечку, десятая. Все, ребят. Нет, последняя кружечка будет сейчас. Вот она. Ну что, прокачиваемся. Ага, до четвертой ступени не могу, потому что у меня не хватает мутагена. Твою ж, налево. Ладно, здесь заберем награды и поднять уровень персонажа. Я опять же не смогу поднять уровень персонажа, ребята. И всего лишь 5 откатов. Рекламу не смотрел, сразу говорю, поэтому в запасе, если что, есть 10 штук у нас. Мы здесь с тобой фармим, да? Да, мы здесь фармим, поехали. Так, карта эта несчастная. Здесь нам Леонардо видение выпадает. Донателло видение. Рафаэль видение. Вы что, серьезно что ли? Кольцо крутости. 50 жетонов. Ну, прикинь, всех черепашек мне дали. Вот, а почему вы не даете, не давали мне, когда я играл, когда у меня не было этих персонажей, чтобы вот так вот всех четверых прям дали? Ладно, ребята, идем сюда и покупаем 3 ДНК на слэша. Итого у нас уже 61 ДНК. Круто, круто. Скоро слэшик наш прокачать. Ну как скоро, наверное, еще месяца два, наверное, придется поролить, пошаманить. И тогда, возможно, мы его найдем. Ну что, ребят, давайте рвать, наверное, сегодня копыта. Почему я так сказал? Ну, потому что нам нужно в кратчайшие... Блин, а как я буду это делать? А как я буду это делать? Скажи-ка мне на милость. Ну, я возьму Армагона. Ладно, возьму Армагона. Плюс Зек. Хорошо, попробуем так сыграть. Блин, откатов-то нету. Всего лишь 5 штук. Ну, что я смогу? Даже если по 2 отката делать, это всего 2 поединка. На высшей лиге ты сам понимаешь, что это не канает. Так, Ярмагон здесь, по-моему... Да. А вот этого я и боялся. Ну и кого у меня... Блин. Давай ножичками попробуем, может получится. Есть. Так, что здесь, Химнус? Или все-таки попробовать его пробить с гранатомета? Полетел, на тебе, сосунок несчастный. Ну-ка, Дония, не подведи, родной. Красавчики. 55 уровни разобрались с 80-никами. Ну, 76-й. Но, тем не менее, разобрались. Вот это, я понимаю, команда. Команда Гуфи. Так, ребят, ну, мы вернулись с вами в Лигу Мастеров 2 звезды. То есть, отсчет, как говорится, пошел.
Ну и, как говорится, мы пойдем потихонечку тоже. Так, беру супер шредера. Так, Усаги, ты подождешь пока. Супер шредера и, наверное, возьму железноголового здесь. Раз, два, три. Железноголовый у нас пойдет чисто на добивку, но, насколько я помню, по инициативе он хромает. Поэтому весь акцент идет на супер шредера. Прекрасно, просто прекрасно. Ну-ка. Ну, это понятно. Теперь добивай его. Есть. Ну, конечно, было опасно, ребята. А как же безопасность? Как же без риска? Никак. И с 95-й позиции мы перемещаемся на 83-ю. Да, 10 ступенек мы не пролетаем, как ты, наверное, успел заметить. Но это нам не помешает сегодня взять Лигу мастеров 3 звезды, это я тебе точно говорю. Так, ну что, Ванька плюс Крэнк. Ванька плюс Крэнк. Тут у Микеланджелов никаких нету, поэтому инициатива здесь у них не будет слишком высокой. Отыграет у меня вначале Крэнк, потом Ванька. И я думаю, что этого будет достаточно, чтобы положить вражескую команду. А может быть, даже одного Крэнка хватит. Сейчас глянем. Ну, почти, ребят, почти хватило. Немножко там не добил, но Ванька с этим делом дальше, конечно же, справляется. Прекрасно. Ну что, с 83-й позиции, надеюсь, мы перейдем на 72-ю хотя бы. О, ровно 72-я. Так, ну, дайте мне уже 17-24, в конце концов. Дайте мне высшую награду. Вот, спасибо. Ну, тут майки. А раз тут майки, значит, мне придется, ребята, откат делать на супер шредера и брать, наверное, в помощь Бакстера. 79-й уровень. Если что-то пойдет не по нашему плану, если хотя бы Майки выживет и применит свой удар с сюрикенами, я боюсь, будет беда. Так, ну он упадет, отлично. Ну ты-то что, блин, ребята, он сделал уклонение, ё-моё. Ты серьезно? Я думал, что уклонение пройдет мимо. Ой, уклонение, смертельная волна. Я думал, что она пройдет мимо, потому что он уклонение поставил. Но видишь, все повезло нам. Все прошло как нельзя хорошо. 60-я позиция. Так, обновляем. И я хочу 17-24. Не надо мне 17-23 давать. Хватит уже, наелись мы, вдоволь. Вот. И опять же майки здесь. Везде его подсовывает. Так, Донни, ты подожди пока. Ты пока подожди. Вот Макман. А, тут, ребята, Хан. 77-й уровень. Слушай, Хан же он... Он же быстрый, поэтому... Блин. Да, что-то я не ту немножко команду себе взял, конечно. В противнике. Шредер сможет Хана уничтожить? Практически, да, ребята. Всех самых этих быстрых он уничтожил своим постепенным уроном. И Макман уже идет как на добивку. Прекрасно. Так, ну что, двигаемся тогда далее. Мне писали в комментариях, что вроде бы вперед на зомби войну было обновление сделано. Правда, не написали, в чем суть. И, по-моему, по ХКР первой части тоже было какое-то обновление. Я не знаю, ребята, еще пока не заходил, не смотрел. Вы, если пишете, что есть обновление, вы пишите, что там добавлено, есть ли смысл туда заходить. Так, ну что, Донни плюс Шредер. Тут Майки опять этот Шредер, так, уже голову подождешь пока. Давай, наверное, вот так сделаем. Посмотрим. Кровь сноса сегодня мы должны в Лигу мастеров 3 звезды попасть по любасику. Так, давай-ка мы возьмем, наверное, уклонение на всякий случай. Теперь делаем шиповку. Вот, ребят, шиповочка не особо сильно здесь сработала, ты видел? Смотри-ка, а кабан-то, а? Жирный, салистый мужлан стоит и пуфик ему на все. Ладно. Ну что, давайте мне 32-ю. 32-ю, 37-ю и все, и тапки в руки пошел. Ладно, берем Рафаэля, берем Леонардо, берем Усаги. Ну, наверное, вот этих двоих. Я не знаю, правда, сейчас сможет ли у меня Усаги вольнуть Рафаэля.
Мне желательно бы, чтобы он упал, чтобы он не успел хилять свою команду. Для этого нужен постепенный урон. А его нету. Лео, давай, жги. На тебя надежда. Вот это я понимаю, вот это удар. Вот красавчик. Блин, тут на втором канале, ребят, ну что, наверное, сегодня или завтра мы допройдем Deck of Ashes, да? И потом, я не знаю, может быть вернуться в Far Cry, я же его так и не прошел. Ну вот эти вот дополнительные уровни. Надо как-то вернуться, наверное. Что думаете? Пишите в комментах. Блин, нет, давай-ка я обновлю здесь. Я не хочу с этими майками тут тусить. Везде лезет Владислав. Почему Владислав? Может быть, Владислав? Там. Владислав как-то звучит не солидно. Владислав. Ну ладно. Так, ребят, я возьму здесь Шредера и... Блин. Шредер, кожеголовый, наверное, Рокзара. И вот так. Опять же, вся нагрузка ложится у нас на Супер Шредера. Поехали. Слушай, отличная нагрузка. Отлично, все практически ребята получили постепенку. Кроме вот этого Микеланджело, конечно же. Тыч. Но они не жильцы уже, это однозначно. Я еще возьму провокацию здесь. И кожа головы всех добивает. Бамс. Не зря мы его качаем. Красавчик. Так, ну что, двигаемся тогда далее. Смотрим, какая позиция. Тут совсем немножко осталось до Лиги Мастеров 3 звезды. 12-е. Видимо, после этого поединка мы уже будем в трехзвездочной лиге. Так, 17-24. Давай, 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 не жмись. Ты посмотри, а. Вот. Ну что, тут опять придется мне делать откат на Супер Шредера. Так, Джастин, так, так. И вот так. А уже что из этого получится, я не знаю. Поехали. Замечательно получилось. Блин, а Шредер мог захилять команду свою. Но он этого не стал почему-то делать. И это большая его была ошибка, если честно. Да что я тут, я, наверное, так сделаю, подразню их своей задницей. И вот так добьем. Пух! Все. На расслабончике. Идеальная победа. Замечательно. Ну вот, друзья мои, и Лига Мастеров 3 звезды. Так, у нас откаты кончились, но они есть у нас в магазине. За рекламу. Поэтому я, наверное, гляну. 10 откатов это уже хорошо будет. Нам немножко надо продвинуться на Лиге Мастеров 3 звезды, чтобы с запасиком было. Так, непонятно, почему мне дали всего лишь 8 откатов. Должно быть 10. Где-то зажали. Так, ладно. Поднять уровень персонажа это пока еще рано нам делать. Давай-ка дальше продолжать. В бой. Ну, где у нас 17-24-то? Вот. Ну, что нам тут надо? Давай, наверное, Шредера возьму и... Кренга. Два злодея будут у нас. Раз, два, три. Раз, два, три. Пошел за четвертым. И всего-то 5. Ну что, первым Шредер, надеюсь, вторым будет Кренг. Так, Микеланджело здесь нет. Нет, есть майки, но этот такой фуфловенький. Ну да, он не успевает даже ничего сделать, поэтому Крэнк, ну-ка давай, вжаривай. Тидич. Изи. Так, а если мы будем по 2 отката делать, это получается у нас всего 4 поединка, да? 4 поединка. Ага. Так, 82-я позиция, отлично. Ну-ка, 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 если я возьму Армагона и Супер Шредера. Раз, два, три. Кстати, смотри-ка, 6 откатов, да? Мы с тобой уже 4 потратили, да? Видимо, 2 где-то зависло. И пока мы с тобой дрались, они нам вернули. То есть 10 откатов было, все правильно. Ну что, бомбим шипы.
Так, постепенный урон только лишь на одном. Но я думаю, что Крэнк... Ой, Крэнк. Армагон справится. Тут ему добить-то. Он практически мог бы один завалить их всех. Мог бы. Но это не стопроцентная гарантия. Он бы мог бы исфелиться, да? Не добить. Так, ну что, 67-я позиция. Как ни крути, все идет очень даже хорошо. Опять же возьмем Армагона. Тихо, тихо, тихо. Чуть этого не взял. Леонардо. Раз, два, три, четыре. Блин, да что мне все на четвертого-то хочется перейти? Их всего троих можно взять. Ну давай, поехали. Хлоп. И хлоп. А у них там постепенно урон, их можно было бы даже не трогать. Но так как я не могу пропускать ход, вот, ребят, мне приходится их и добивать. Замечательно. Ну что, двигаемся далее и смотрим, какая позиция. До полтинничка дойти, это уже будет хорошо. А мы до полтинничка обязательно доползем. Так что еще два поединка у нас будет впереди. Судя по нашим, как говорится, откатам, их 4 штуки. Это значит, 2 поединка мы с тобой отыграем. Раз, два, три. А потом посмотрим, сколько мы мутагена насобирали. И, возможно, кожеголовый. Не знаю насчет уровня, но то, что прокачаем мы ему скилл, это точно. Это по-любому нам хватит. Все, ребят, здесь разговор был короткий, блин. Леонардо просто берет, да, два своих меча в землю, в асфальт. Хоп, воткнул, как в масло. И также легко их оттуда достал. Ну что, 42-я позиция. Последний у нас поединок. Тихо, не надо мне вот эту вот команду сейчас взял бы. Два майки там было. Так, Армагон опять же и опять же Супер Шреддер. Раз, два, три. Все. Заключительный поединок на сегодня. Ну, давай. Разминайся, так сказать. Вообще на всех постепенный повесил. И Армагон идет с добивкой. Все, друзья мои, с ареной закончено на сегодня. Так что забираем. А что мы забираем? Мы ничего не забираем. Мы просто смотрим, на какую позицию мы перемещаемся. И это 31-й. Ну да, буквально чуть-чуть, ребят, не хватает нам, чтобы зайти в топчик. Так, что я хотел сделать? Я хотел посмотреть, сколько мутагена. 22 тысячи, маловато. 22 тысячи, это мало. Нам нужно 23 600. Ну, тогда сделаем вот так вот. Прокачиваем до 4 ступени, да, к кренговизации. А прокачать нам придется кого-то тогда из слабых. И это будет у нас Донателло. Вот так вот. Донателло 56 уровень получил. Здесь я дозабираю все награды. И, в принципе, ребят, все, можно закругляться. Пицца есть, что мы можем с тобой... Ага, мы можем на кожеголову попробовать. Так, 6 Ч-планшетов нужно, да? Раз. Пиццы не так много, так что 2. 3, ну, слушай, 3 планшета мы нашли, это уже хорошо, ребят. Нам еще надо будет 3 и все. Так что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!